Мои дорогие, по многочисленным просьбам после гуймах партии сделаю короткое видео с приготовлением гуймаха. Мэмэзлярим, чок кайшиля гуймахан рецептины истедис мэннэн, ксача билинэ видео чекирэм. Яга эриденнэн сора, бир чимдик дуз, после того, как растопили масло, щепотку соли. И отправляем сюда муку. Bunu vurandan sonra yaxşı-yaxşı qarışdırıq. Əbzətinə mişayın. Və qovururuq. Qızaran kimi, təbii ki, biraz qızaran kimi üzərindən su tökürüz, devçikin. Жарим до состояния подрумянивания. Gördük, biraz rəngi dönən kimi mənəzlərin su tökürüz. Devçikin, немножко подрумянивает. И сразу наливаем кипяток. Если вы видите, что образовываются комочки, мои дорогие, можете использовать венчик. Кёрюшуски, юмрулар чокту. Нарат олмин, чирпыджина, чалык, тун дюйнер, кечеджей. Кашыгын ucunda зенджефил, имбирь. Молотый имбирь добавили. Сюда же кориандр. И сюда же кардамон. Кешниш тохумо. Ве хиль мемезлярин. Ве вот якши-якши гарштыр. Хэмэн, гёрдюйниз кими, ях баштыр чыкмах узярине. Как видите, масло сразу выходит на поверхность. Ve yağ üzerine çıkan kimi mermezlerin zerferan vururuz. Zerferanı istiyorsunuz. Gulaptan demliğini istiyorsunuz. Suda девочки şafran добавила после того, как уже масло выходит на поверхность. Я заварила шафран на гюлабе. Вы можете заварить на воде. Крышку не закрываем, не накрываем крышкой, чтобы газмак у нас был хрустящий. Ağzım bağlamıram, qapağını qoymuram ki, qazmaq xırt-xırt eləsin. Mərməzlərin, baxın, görün. Gözəl qaymaq aldı. Смотрите, какой роскошный здесь получился qazmaq. Газмак не должен быть, как у плова, толстый, он должен быть тонюсенький, нежный и обязательно хрустящий. Газмак абаха. Чо гюзель газмак халунды. Газмак пловын газмагы дейл. Она гюля галы пловын алды. Гурмак хазыр. Корица и сахар в данном случае по вкусу. Дарчин, шекер тузу, мемезлерин бурда зерге герели.